Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас окончание турнира. Как ты видишь, Лига Мастеров, друзья мои, 3 звезды. Я постарался, я приложил все усилия, но все-таки, ребята, я своего добился. Так, давай-ка заберем свои наградочки. Так, сюрикены, Рафаэль классический 50 ДНК, золотые осколки, ну и самое главное, конечно же, платиновые. Так, тут еще и награду заберем. Так, открыть колоду. Ну, допустим. Дай-ка я, наверное, сразу еще одну колоду открою. Вот эту вот, бесплатную. Так, выпадает нам здесь Ксивер Монтес. Допустим. Дальше посмотреть видео. Такс. Пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Мы, кстати, переходим, как ты понимаешь, уже на второй круг. Что очень даже приятно. По крайней мере, для меня. Второй кружок быстренько с собой потом как-нибудь пробежимся, да, и получим награду в полном комплекте. Ну, а пока разбираемся вот с этими охламонами. Стоит ли мне тройной укус тратить? Я думаю, что не стоит. Сделаем так. Дальше применим суператаку у Крэнга. Кстати, друзья, я же вспомнил, что я хотел сегодня сделать. А хотел я прокачать вот этот вот луч крэнговский до 7-й ступени. Я специально не стал этого делать вчера, потому что именно вчера, ребята, довольно поздно ночью, я все-таки бустился. Я тратил все свои откаты, которые накопил. У меня осталось их, по-моему, там меньше десятка, если не ошибаюсь. Так, Шредер, ты что делаешь? Ну-ка, давай-ка, завязывай. Начинает тут еще и захиливаться. Чего? Мы даже броню с него не сбили? Вы серьезно сейчас? Эй! Друже, успокойся. Блин, он еще и постепенку на меня повесил. На тебе. Пробьем? Есть. Ничего себе ты хитрозадый парень. Да, снял с себя, понимаешь, ты все негативы. И еще на меня постепенный урон повесил. Ну что же, как ты видишь, мы пробежали. Так, а теперь давай-ка я сделаю то, что я хотел. Мутагена у меня как раз 28 тысяч. А, друзья, у меня уже прокачано. У меня уже прокачано до 7-й ступени. Так, Супер Шреддер. А что надо? Ой-ой-ой-ой-ой, 24 слизезащитных этих очков. Это как-то многовато для меня. Ага, Усаги. Давай тогда мы прокачаем вот у него. Шикарно. До 7-й ступени. Это гнев Ронина. Усаки высвобождает всю энергию ярости и бросается на всех врагов. Разрушитель. Вероятность 75% вызвать отложенный урон в течение 2 ходов. 75%. Это, кстати, очень-очень прилично. Так, ну что, у нас тут осталось поднять уровень и сразиться в поединках. Так, где у меня Карай-змея? Потому что именно на нее. Да подожди ты, что ты делаешь? Ну что ты делаешь, Рэй? Ну, навыки. Конечно, нам нужны навыки. И давай смотреть. 4 ловушки нам еще нужно, да? Или приманки, как они там называются. Для маузеров. Да. 1, 2. Так, 1, 2. И 3 и последний, пожалуйста. Так, замечательно. И 10 катушек с пленкой. 1. Угу. Здесь промах. 2, 3, 4. 5. Давай-ка еще, наверное, немножечко. 6. 7. Сейчас пицца закончится. 7. И 8 не дают. Последняя попытка. Угу. Вот у нас 8. Но все равно, ребят, нам не хватает 2 катушек. Сделать больше я ничего не смогу.
награду и поднять уровень персонажа. Это у нас будет, так, 16200. Ну, давай, допустим. Слушай, а Карайки мы как раз можем поднять? О, пускай у него будет 68 уровень. Забираем полностью награды. И давай теперь смотреть, кто на этой неделе, друзья, у нас. Ага, Донателло ролевой на турнирной арене. В принципе, неплохо. А здесь у нас классическая Бонни плюс девичья сила. И усиление технодрома, друзья мои. Это для тех, кто ищет себе Крэнга. Как мы уже убедились, Крэнг не хуже будет Супер Шреддера. Понимаешь? А классическая Бонни — это как раз те самые персонажи. Бибоп, Рокстеди. Вот эти два хламона мне нужны. Тут вы можете еще и пофармить тоже, того же самого Крэнга. В общем, очень даже все хорошо. Так, ну что, у нас новая неделя. И, пожалуй-ка, приступим. Я уже не рассчитываю, конечно, на супер-пупер буст. Хотя, на самом деле, знаешь, сколько времени прошло? Всего лишь 10 минут. Как началась у нас новая, как говорится, новый сезон. Раз, два, три. Погнали. Будем разбираться. Задебафить? Да давай, наверное, так. Без дебафа. Сейчас ушатаем их. Прилетели ребята из другого измерения. Замечательно. Ну что ж, продвигаемся и смотрим, куда мы с тобой сразу же. Наверное, перелетаем, да? На воин 2 звезды автоматически. 76-я позиция. Вот так вот. 11-12 у нас тут автоматически выпадает. Раз, два, три. Ну, пока 50-ники, да, 55-е уровни. Волноваться нам вообще не о чем. Будем их разбирать только шорок. Давай-ка ультразвук. Все, хоть где-то Кирби может убивать всех с первой попытки. Массово, так скажем. Ну что, мы двигаемся дальше. С 77-го места мы передвигаемся на 84-е, но уже воин 3 звезды. Так, 11... А давай-ка мне 11... Вряд ли они, конечно, дадут мне 11-13. Ой, скажут, Рейд, слишком борзо это будет для тебя. Но для меня, на самом деле, это было бы норма. Но игра считает наоборот. Я пару разик вообще... Во! Даже 12-13. Все-таки я получил. Все-таки, друзья, я вытянул эту удачу за хвост. Так, 4 персонажа у нас уже отыгрывается. Ну, соответственно, чем больше у нас персонажей, тем больше нам дают кубков. И тем быстрее мы продвигаемся. Так, Рафаэль, бомби. Ты дичь. Просто ваншот, как говорится, и все. И разлетелись ребята по хребтам. Так, смотрим. 84-я, да, ребята, элита, 1 звезда и позиция 82-я. 12-14, спасибо. Сразу сами дали, ребят. Видимо, посмотрели, да, как я лихо Рафаэльчиком справился. Если мы сейчас проходим, по идее, должно у нас быть уже 5 персонажей вот после этого поединка. Ну, бросим бомбочку. Вряд ли она, конечно, тут подобьет их всех. Давай вот так вот. Есть. Законопатили мы их. Шикарно. Конечно, хотелось бы, ребята, еще сразу же передвинуться на следующую элита 2 звезды. Опа, и передвигаемся. Но тут уже 98 место, сам понимаешь, да? Это о чем говорит. 13-15. Вот, вот он, ребят, 5 бойцов у нас. Все, это фулочка. Это фулочка, 55-й уровни. Причем большинство черепашек у нас здесь фильм, да? Это Рафаэль, Майки плюс Лео. Начну я, пожалуй, давай с Криса Брэдфорда. С вертушки его накажем. Недобитыш оказался. Так, ну давай, Леонардо, прояви свою прыть. Круто. Тоже неплохая, кстати, массовая атака. Если ее прокачать по полной программе, кажется, будет не хуже, чем вертушка у Леонардо, да, у нашего. Ну-ка, смотрим. Давай там, 10-ю. Ох ты, даже 4-ю позицию. Так, 12, ага, 13-15. Но мне кажется,
стоит, ребят, воспользоваться. 13-15. Покамись. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, меня противник так быстро нагоняет. Уже 34 уровень у него. Угу. Я боюсь, что после следующего поединка как бы не был, не знаю, 40-й там. Бросай баллончик. Может быть, кто упадет. Угу. Естественно, сразу же Эйприл, а потом же Рафаэля. Эйприл для того, чтобы она не захилялась, Рафаэль как бы потерпит. Ну, сейчас перейдем обязательно, конечно же. Элита 3 звезды, позиция у нас будет, опа, 25-я. То есть, самураи уже впереди. А вот, ребят, сколько откатов у меня осталось после вчерашней волокиты. Короче, 13-15 я хочу получить. Вот, вот оно, 13-16. Именно это. Хотя, может быть, и в тот раз бы мне дали. Когда я думал, что слишком бурзо я буду себя чувствовать. Надо было, конечно, крутануть, а вось бы и все-таки дали. Но ладно. Не станем, как говорится, превышать уполномочия наши, да? Давай-ка вот этот вот гидрант. Пау! Это колонка. Раньше такие, ребята, колонки у нас в городе были. И их очень много было. А сейчас закрыли практически все. Остались единицы. А раньше подойдешь к колоночке, нажмешь на нее, такая холодная, свежая вода идет. Да. Сейчас одна колонка, и то где-то там стоит уже заброшенная, вся заросшая, е-мое. Ну что, мы перешли с тобой в Лигу Самураев. Опа, 14-17, прикинь. Раз. Противник уже вон, смотри. 42 уровень здесь, это у Бакстера Стокмана. А мы еще до сих пор на 55-х танцуем. То есть, сделай выводы, да, сколько у нас именно уровней 55-х, 56-х на моих героях стоит. Вот эта команда, знаешь, она не особо сильная, потому что, ребят, очень мало массовых атак здесь. Только лишь у кролика, да, получается. Вот Бакстера надо было, конечно. Давай гранаты бросим туда. Упадет хоть кто-нибудь? Нормально, кстати, упали. Видишь, суператаки есть, вот эти вот массовые, но они не прокачаны, поэтому наносят вообще минимальный урон. Ну-ка, перейдем на... Да, друзья, самураи 2 звезды. Позиция 90-я, правда. То есть делаем выводы, что нам нужно будет сыграть 2 поединка. Раз, два, три, чтобы перейти в следующую лигу. Тут уж ничего ты не поделаешь. И никак ты это не изменишь. Так, Леонардо, наверное, все-таки прощелкаем сейчас. Угу. Хорошо, что он хоть дебафить не стал. Надо его валить как можно быстрее. Есть. Теперь сделаем вот так. Оглушили еще к тому же. Пробьешь, Эйприл? Эй-эй-эй-эй-эй. Этот еще своими двумя атаками здесь начинает выпендриваться. Ты гляди-ка, а? Задебафил нас, он понизил мне атаку, а этот ускорение сделал. А ну-ка. Вот мы тоже, кстати, на них повесили ускоряшку. Ускоряшку, постепенку. Так, этот хлопнулся. На тебе. А давай гранату в него бросим. Блин. На тебе. Своим пухлым кроличьим задом он, ребят, Мондагеку уничтожил. Хе-хе-хе. Ну и по делам ему. Ну что, мы двигаемся далее, смотрим. С 90-й позиции мы переходим на 32-ю. Окей. 14-й, блин, давай попробуем. Может быть, все-таки получится как-то. Нет. Нет. Надо соглашаться, наверное, все-таки с 14-18. Потому что дальше только ниже меня почему-то скидывают. Раз, два, три, четыре, пять. 56-е уже уровни против 43-х. Еще пока есть у нас небольшое преимущество. Ну, именно что небольшое. Так, Лапекс, давай выпендривайся. Нам нужна будет Леонардо, который вот тут с краешку у нас стоит. Вот он. Надо его покоцать как можно быстрее. Давай, бросай баллон. Есть контакт, и Рокстеди мы
уложили. Ну что же, здесь все очень хорошо. Они даже практически, ребята, не успели сходить. А мы переходим в самурай 3 звезды. 76-я позиция. Опять же 2 поединка. Как минимум нам придется щеголять. Так, а я здесь попробую найти все-таки 14. Наверное, это будет 15-19 все-таки. Если будет такое. В чем я очень сильно сомневаюсь. Дают пока 14-18 и 14-17. Вот такое у них, ребят, колебание происходит здесь. 15-19 не хотят они мне давать вообще никак. Не хотят, ладно, друзья. Ну что, до бесконечности, что ли, будем ролить? Я вот тогда возьму этого Давида и буду его проучивать. Раз, два, три, четыре, пять. 56-е против 43-х. Еще есть, ребят, запасик у нас. Так, кого мы... Ну давай вначале с массовой начнем. Так, Майки Космос, давай свою кормежку эту Криса Брэдфорда, разбрасывай ее. Что же у него за еда такая, что, ребят, наносит урон? Так, Донни, Слэш, кого тут? Наверное, попробуем сейчас Майки наказать. Так, они лишились хиллера. Дальше. Давай попробуем Криса Брэдфорда пробить своим посохом Бо. Есть. Взрывается у нас кофемашина. Слэш в минус и мутагеноид. Лоб. Да, по инициативе абсолютно, ребята, на 100% была здесь победа. Они даже не успели ничего сделать. Ну-ка. Да ладно, вы серьезно, что ли? Ну, что я ожидал? Вот, вот, уже 15-19. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Это-то хорошо, а бойцы у меня заканчиваются. Мы только сейчас дойдем до Лиги Сёгунов и все, что ли? Это максимум, что нам светит. Вот я качаю, качаю у Карайки этот крик, ребят, а толку... Согласись, все равно слабый. Слабый этот, массовая атака, она слабая. У Карайки. Так, Эйприл. Получи. Никаких хилов здесь не будет. Так, это ушатали. Готов, и остается один Бибоп. Ой, Рокстеди, какой Бибоп? Конечно же Рокстеди. Да что вы с ним там тютюкаетесь? Взяли, подошли, ударили и убежали. Все, никаких проблем не должно быть. Я не знаю, друзья, я попробую, конечно, этот видосик выложить сегодня по возможности. Потому что... Так, Сёгун. Время-то уже прилично, мне на работу как бы сегодня. Если успеем, это хорошо. Если нет, то, соответственно, этот ролик уже будет выложен во вторник. Смотри-ка, 15-20 я нащупал. Раз, два, три, четыре, пять. У нас 70-ники, да? Мы с тобой в Лиге Сёгунов. Одна звездочка. Ну-ка, паутинка. Тыдыч. Пошла. На всех, ребята, понижение меткости. Плюс дебаф на понижение брони. Даже некоторые упали. И добивка от нашего Шреддера. Тут понятно, с 70-никами не поспоришь. Как ни крути, они все равно будут круче и разнесут этих платежков только шорох. Но 27-я позиция. Текс. 15-20. Ну, слушайте, ребята, твою налево. Зря я... Нет, все нормально, нашли. Эх, сколько у нас мало персонажей остается. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, там еще, наверное, схватки 2-3 и все. Ну, куда мы с тобой можем максимум уйти? Сёгун 3 звезды. Не более того. Лига мастеров, ну, никак, ребята, мне не дается. Я не знаю, что же все-таки поменялось. Почему мы не можем с тобой быстро передвинуться? Раньше получалось. Причем без всяких там выпендрежей. Нет, я, конечно, на последнем поединке там добирал. До фул колоды. Тратил каты. Ну, а сейчас я даже вообще не могу даже приблизиться к этому. Так, ну что. Сёгун, 2 звездочки. Так, 15-20. А может быть дадите все-таки 15-21, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, слишком, скажешь, слишком борзо ты, Рэй, хочешь 15-21. А раньше ведь давали.
Раньше было такое. А сейчас, видишь, не дают. Именно из-за этого, видимо, буст у нас и не происходит. Окончательный. 3, 4, 5. Ну что ж, давай. Так что, ну, все равно. Главное, что у нас этот рекорд был. Он был зафиксирован. Причем неоднократно. Так что, ребятушки. Так, Крис Брэдфорд, давай-ка мы тебя проникающим. На! А здесь можно ракетами добить. Все. Сейчас, наверное, будет какая-нибудь 32-я, 24-я, вот такая вот позиция. И... ну-ка. 47-я, ты серьезно? 47-я позиция, ёпарзате. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Ну, короче, еще, друзья мои, три поединка. И все, это максимум, что я могу себе выжить. И этого, как ты понимаешь, все равно не хватит, к сожалению. Ну что, смерть, как говорится, нашим противникам. Армагон, естественно, вышел просто в ярости и бомбанул их валуном. Дальше, так, смотрим. Ё-моё, Сёгун три звезды, да неужели? Да, но здесь, ребят, все равно, ну нехватка, нехватка у нас будет. Так, так. Так, то есть этот поединок и еще следующий. И все на этом. Ну, поехали. Так, массовая у нас у Кожеголового, у Ваньки, у Леонарда. Леонардо здесь, наверное, и порешить всех. Нет, не смог. Макман все-таки своим торнадо, смертельным мусорным торнадо уничтожил наших противников. Смотрим, какое место, если сейчас 47-е или там 48-е. Или 32-е. Тогда шанс есть. Если меньше, то нету. Нету, ребята. Не успеем перейти. Не успеем, к сожалению, хотя... хотя... нет. 60 ступенек за бой мы пролететь, к сожалению, не сможем. То есть нам чуть-чуть буквально не хватило. И я, в принципе, догадываюсь, где мы могли с тобой ошибиться. Два раза я все-таки не доролил. Помнишь, там была возможность все-таки получить чуть-чуть побольше кубков, да? Повыше. Но я этого не стал делать. И вот, наверное, из-за этого именно... там, я не знаю, десяток другой кубков мы не добрали. А так бы все было бы хорошо. Ну, не судьба. Нет, можно, конечно, сейчас выпендриться, потратить 5 откатов, последних, которые у нас остались, и перейти в Лигу Мастеров. Но я этого делать не буду. Вот он, видишь, два десятка кубков как раз мы с тобой и не добрали, которые мне были необходимы. Так, ну что, я, наверное, сейчас пройду еще классическую, ребята, как она называется-то, испытание, да, классическую бойню. Мне нужны вот эти два орла. Вообще-то здесь будет, если не ошибаюсь, тоже и Бибоп, и Рокстеди. Так что, наверное, приступим. Погнали. Раз, два, три, четыре. Ну, берем, короче. А, кстати, круто получается, да? Команда из черепашек плюс сплинтер. То есть, как бы тебе объяснить-то? Вся команда. Полная, все братья родные, да? Плюс учитель сплинтер. Как бы должен быть такой, знаешь, у них типа бонуса. За фул команду. Так, здесь разобрали и переходим на третью волну. Ну, понятное дело, что наши противники очень слабые, всего лишь 12 уровня. Да и то не все эти, вообще по 10-му. Так что здесь их мы разбираем без проблем. Но меня это как бы мало сейчас волнует. Меня больше волнуют те самые ДНК, которые мы здесь будем получать. Вот что мне нужно. Бибоп классический, шикарно. Погнали дальше. Здесь у нас будет разыгрываться уже... Рокстеди классический. Тут у противников 20 уровень, соответственно, мы тоже их будем разбирать. Босецкие, по-моему, будут по 25 уровню. То есть в конце стоять будет Рокстеди, да, имея 25 уровень. Но опять же, для нас это не проблема. Единственное, кто здесь в зоне риска уже на максимальном уровне, это сам Сплинтер, потому что 71 уровень. Но мы можем его не брать в команду. Нас же как бы никто не заставляет. Так что... как бы ничего здесь такого страшного я не вижу.
Ну что, очередная наша победа. Как понимаешь, в сухую. Другого тут варианта и быть не могло. Вот и Rocksteady классический. Так, ну что, ребят, двигаемся дальше, потому что здесь тоже у нас... Они так и будут. Bebop и Rocksteady. До самого, как говорится, до самой гробовой доски они будут нас там преследовать. То есть в конце плюс еще будет бонус на выпадание Кренга и, по-моему, Шреддера. Классического, естественно. Потому что здесь все классики. Окей. Пробили. Так, и третья волна. Ну, ты видишь, да, вот эти вот, типа, они как бы главными здесь, поэтому у них всегда на 5 уровней выше от обычных стандартных мобов. Окей. Мы продвигаемся дальше, конечно же. И чем хорошо это, ребят, событие, что мы можем фармить и нужных нам персонажей, и жетоны. То есть, как бы, ну, не зря все будет. То есть, даже если у тебя выпадет Bebop или Rocksteady, это плюс. Ну и, соответственно, если нам выпадают жетоны, это тоже, как бы, для нас плюс. На такое событие, как говорится, не жалко потратить энергию, чтобы в последующие разы уже его фармить с превеликим удовольствием. Стендби. Рекламная пауза, типа, да? Или перерыв. Вышел тут хламон. Тебя же сейчас быстро накумарит, парень. Его могли бы даже с одной плюшки вынести, если бы не Майки, например, ходил, а тот же самый Леонардо или Рафаэль. Он бы его с одного плюхана бы просто тиф, и вылетел бы он тут пулей. Ну что, мы двигаемся дальше. Леонардо классический у нас тут. ДНК выпадает. Эпизод 5. Эпизод 5. Так, а уровень какой тут, по-моему? 50-й будет, да, уже? 50-й. То есть следующий получается 55-й. Соответственно, главные персонажи будут иметь 60-м. Но пока Сплинтер справляться будет. Пока. Ну и мы еще до сих пор, ребят, по одной плюхе раздаем, и они все падают. 4 волны здесь. Так, давай. Минус консервная банка. Минус вторая. Маузер в топку. Rocksteady расслабляется. И последнее. Опять же здесь Bebop и Rocksteady. Было бы прикольно, если бы здесь эти баседки были бы, знаешь, как в классических играх, да, например. На машине там едут, да, ну, бросая там гранатами, а мы должны их бомбить. Потому что у Rocksteady здесь он почему-то все время с гранатами, да, с какими-то пушками. А в классических черепашках, я помню, ребята, он бегал с гарпуном. Да, у него был именно гарпун. Что-то тут дофига эпизодов-то, эй. Что так много-то? Все, играем, играем, и никак не можем пройти. Кстати, 65-й уровень у бойцов. На следующий уже поединок мы с Сплинтером не берем. Я вам объяснил, почему. Потому что 71 уровень, и против 70-х врагов уже вряд ли он будет справляться. Так что мы его оставим как бы на запас. И 4 черепашки все равно в любом случае пробьют. Тут у нас 2 хила, извини меня. Тут у нас танк, плюс защитник, плюс бафер. То есть команда довольно крутая, и без Сплинтера справимся. Я, кстати, вот у Сплинтера, ребят, если честно, не особо люблю пользоваться его бафом. Он такой рандомовский, он... Может что-то повесить, может не повесить. Может повесить то, что нам не нужно. Как бы не особо. Так, Bebop повесил на себя иммунитет. Но мне кажется, этот иммунитет ему не поможет. И последняя, 4-я волна. Так, минус Маузер. Отлично. Тюх, сиганул, но не пробил. Так, естественно, Майки. Все, Rocksteady упал. Тыдыч. Да хорош, этого Bebop'а. В 3D очках сидит, главное, да? Как будто в кинотеатре в каком-то. Все. Ну что, убираем Сплинтера из нашей команды. Но в дальнейшем он уже не может с нами продолжать путь. Эпизод 7.
эпизод 7. И как мы видим, там Крэнк и все остальные, все они 75 уровня. Нет, эти, по-моему, 70 будут. А остальные подхалимы как раз-то 75. И 5 волн. Еще вытворяет. Ну, у нас уклоняшка стоит, да, от Майки. Я, правда, не знаю, зачем он именно сейчас это все применил. Ну, ему виднее. Так, вторая волна. Минус консервная банка. Кстати, они уже не так легко падают, да? То есть не получается их сразу же поуничтожать. Ну вот зачем ты сделал? Ну, Донни, ну ёб простоты. Ну, сколько раз, ребят, я вот возмущаюсь. Ну зачем ты тратишь свой суперудар на одного бойца? Да добить ты его там, я не знаю, посохом или еще чем-то. Ну зачем ты... Берет и тратит просто-напросто. Ну, Маузер-то с полтыка. А четвертая волна — это предпоследняя здесь. Вот они стоят. Так, а у нас здесь, по-моему... Нет, здесь не технодром будет. Здесь просто будут они стоять и... Я уже не помню. Там, по-моему, Крэнк один будет. А потом уже он будет с командой. По-моему, так. Давно, давно я не проходил это классическое, ребят, событие. Это же не технодром. Да, ребят, это не сам технодром. Я имею в виду, что мы заходим в комнату, потому что там есть босс-технодром, когда ты бегаешь по этажам, а здесь вот... Крэнк довольный такой, ага. Ну, здесь мы, соответственно, быстро очень запинаем. Молодец, Донни поставил, кстати, вовремя, да, защиту. У Майки ставит уклонение, это вообще имба будет. Лео масуху врубляет. Промахивается, понятно, не то, что промахивается. Все, сейчас ушатаем. Апперкот, тыдыч. Вот и все. Да-да-да, Крэнк, иди отсюда. Вылез он. Ну что, последний. Последний, друзья, поединочек у нас сейчас будет. Заключительный, так скажем. Его, конечно, можно было на самом деле и не проходить, потому что здесь у нас только лишь Крэнк и классика. Может быть, нам не проходить его, а? У нас останавливается с тобой, знаешь, где? Вот. Вот тут можно получить и тут. Ну, а здесь как бы нежелательно. Но я из принципа, ребят, пройду. Раз уж начали проходить это событие, давай уж тогда добьем его по-человечески-то, да? Зачем Майки делает сразу же на первом поединке вот это уклонение? Он что, боится вот этих вот консервных банок и Маузера? Я не пойму. Он же прекрасно знает, что потом очень долго будет откат. Смотри, кстати, черно-белый телевизор, там помехи. Рябь такая идет. Это, конечно, для меня странно очень. Но вот это я понимаю, что Рафаэль берет на себя провокацию. Это, в принципе, правильно. За счет Рафаэля мы будем с тобой практически всех атаковать, кто будет атаковать нас. То есть у него возмездие. Вот здесь бы Леонардо, например, бы... мог бы применить массовую атаку, хотя это не обязательно, но мог бы. Так, давай, Раф, казни его. Так, переходим на третью волну. Ну, опять же, здесь клан футовцы. Которые, кстати, уже не такие ватники. Нет, все-таки ватники. Но они ватники против массовых атак. Так, предпоследняя, четвертая. Консервные банки, Маузер плюс клан футовцы. Тыдыч, упал. Такс. Уничтожили. Майки делает танцы. Брейкдан свой. Нет, Маузер, тут ты нас, к счастью, не пробьешь для меня. А вот мы тебя пробьем. Ярость Рафа. Надо же, активировал. Ребят, смотрите, мы забафаны тут капитально. Как раз для последнего поединка. Вот они тут. Крэнк снизошел для канализации. Вылез, да? Ё-моё. Лео, ну ты же мог...
Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Метает свою фигню. Ну что, пора их казнить, по ходу дела. Так, минус Шреддер. Крэнга, вы добьете мне сегодня Крэнга или нет? Так, Леонардо, в некой такой опасности, я тебе скажу. И никто не применяет хилу, блин. Ты посмотри. Есть. И остается Бивол. Все. Все, это крах. Крах для врагов. Вот как-то так, ребята. И никак иначе мы с вами прошли. Чуть-чуть сегодня мы не попали в Лигу Мастеров. Обидно, конечно. Но все-таки какие-то сподвижки у нас произошли. Так, что, будем пытаться выудить? Я думаю, что надо. Поехали. Так, 15 жетонов. Портрет короля. Осколки. Сырный телефон. 2 доллара, вы издеваетесь сейчас. А Бибоп-то сам будет выпадать сегодня? Есть. Ну что ж, друзья мои, зато потратили все, что у нас было. 2 сыра осталось, естественно, я ничего не смогу сделать. Но 2 Бибопчика вытянули, это уже плюс для нас. Плюс для нас. Ну что, ребята, а на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!